Так, ребят, всем привет. Сегодня у нас вот видео немножко не в формате, наверное. Вот. Все, выгляжу, посмотрели два ролика про компанию Eurostar, когда мы ездили на завод, смотрели. Много еще у кого осталось вопросов по этому поводу. Вот. То есть мы сами туда ездили, сами там были. Сейчас будем вам покажу, что мы будем делать. Так, значит, нами было принято решение, чтобы не быть голословными и чтобы это все не выглядело как какая-то реклама или еще что-то. Вот, кстати, там в комментариях много кто писал про рекламу. Но если вы настолько неграмотные и невнимательные, что ни одной ссылки я нигде не оставлял, никому нигде ничего не закреплял, ни за кого нигде не топил, насколько я помню. Так что это все пустые слова. Вот. Решили мы, значит, одну из своих машин оборудовать по технологии Eurostar. Значит, были приобретены штанги стабилизатора задние, два штуки. Сейчас их будем менять, откручиваются старые, будем прикручивать непосредственно новые, все, чтобы никто не сомневался. Все это все Eurostar с кодами, со всеми. Также помимо этого будем менять амортизаторы передние, потому что очень много вопросов по амортизаторам возникает. Решили попробовать еще и амортизаторы. Вот. Как видим, все это фирма Eurostar. Сейчас я вам засниму номер автомобиля. Вот, пожалуйста, номер авто, на которое это будем все ставить. И сейчас покажу пробег. Пробег у нас, значит, на автомобиле. Тут можешь добавить, я там все убрал, это говорите. Значит, вот такой. 1 500 000. Пробег зафиксирован. Также мы еще и приобрели амортизаторы и на ведущую ось, чтобы эксперимент был совсем честный, чтобы не говорили потом, никто не смог никак отмазаться, что вот у вас передние амортизаторы кончились из-за того, что у вас жопа скачет и еще тому подобное. Короче, будем делать самый честный, объективный обзор, так скажем, не обзор, а эксперимент. Были приобретены еще и задние амортизаторы, тоже фирмы Eurostar. Максимально решили снарядить машину, вот, так как все уже тут все равно подошло. Вот. Подвалим мы на заводе и решили попробовать все-таки установить на наши автомобили. Сейчас полностью ставим передние, задние. Также была приобретена еще V-образная тяга. Тоже все фирма Eurostar. Чтобы никто не возникало никаких сомнений.
То есть будем все делать по максимуму. Соответственно, пробег я вам уже показал. С этой точки мы начинаем отсчет этой продукции. Посмотрим, потому что, ну, много кто так не решится, конечно, сразу залазить сюда, но мы решились и думаем показать это все вам. Здесь эксперимент, как это, что будет. Амортизатор уже один у нас установленный. Перед этим, блин, Геннадий, я не заснял, как ты его прокачал. Ну ладно. Позовешь меня, когда второй будешь прокачивать. Чтобы потом не говорили, что там не прокачали или еще что-то. Я пока там хорошо. Ну, чтобы потом нам вопросов не задавали. Вот, побежал из-за того, что, блядь, не прокачали или еще что-то. Все, амортизатор был прокачан. С этим вопросов не должно быть. Да, кстати, вот еще у нас получается, значит, куплены реактивные штанги. Кто-то там, помню, когда-то мы меняли сальные блоки, поправлял меня, но все равно я их привык называть реактивными штангами, значит, они будут реактивные. И никто меня от этого не избавит. Для меня они реактивные штанги. Также будем запоменять их. Ну вот, соответственно, старый родной еще вольвовский амортизатор. Он уже весь бежит, он уже весь сгнил. Ну, в принципе, за такой пробег уже не грех ему и подгнить, так скажем. Так что, в общем, решили внедрить продукции по максимуму. Вот. Такие дела пока. Ладно, приступаем к замене. Старая штанга уже откручивается V-образная. И штанги стабилизатора тоже откручиваются. Ладно. Сейчас это все дело поменяем и включимся. Вот всегда народ говорит, что блогер у нас снимает, не работает. Вот, пожалуйста, работает. Крутит. Чисто на камеру, да? Да. Крутит. Вот, наконец-то мы его поймали за работой. Не только в блоге. Смотрите. Шляпу сними. Не могу. Шляпу сними, а то кроме шапки ничего не видно. Что там за смех? Вот он в своей красе. Александр Юрьевич. Бородач. Сергей Олегович, пожаловали. Опять до конца не идет. Не материтесь на камеру, съемка идет. Че, сам куда херачит, блядь. Его не волнует, блядь. Я повторюсь, мне не лень. Не материтесь, пожалуйста. Че не лезет? Геннадий, давай, вся страна на тебя смотрит, бля. До конца? Да, до конца, конечно, обязательно. Коробка. Внимание, останавливает наклейка вниз. У нас стоит горизонтально, нам это не грозит. Я Геннадьевич прокачиваю. Стойки стабилизатора у нас установлены. Как видим, нигде никаких вмятин, повреждений, нигде ничего нет. Чтоб потом никто нам ничего не смог сказать, что где-то что-то замялось, где-то что-то помялось. Все четко, все пыльники целые. Все четко. Вся тяга
сама как родная. Вопросов к ней не возникало. Аналогичным образом поставлена и вторая тяга. Все тут, все четенько. Тоже пудничек все на месте. Шарик неповрежденный. Никто по ним не стукал. Все зашло от руки. Продолжаем устанавливать дальше запчастюлины. Так, мы начинаем тихонечко уже добивать амортизаторы. Как ты их называешь? Один у нас уже поставлен, установлен. Второй тоже уже дома. Все готово. Сейчас переходим к установке V-образки. Она уже почти стоит, осталось ее только посадить по центрам. Ну и лезть к реактивным штангам. Так, ну вот, штанги реактивные заменены. Амортизаторы тоже стоят новые. Все, то есть тягач у нас получился в круг полностью обутый в новые амортизаторы, в новые тяги. Тут с этим вопросом не должно быть. Все, аморты все стоят. Все, обалденно. Здесь должно быть все четенько. Так, V-образная тяга. Значит, у нас уже тоже установлено. Все на свои места. Как видим, повреждений на них тоже никаких нет. Все той же фирмы. Все, теперь с этого момента у нас начнется такой, скажем, тест. Эксперимент. Тяги мы все здесь поменяли. То есть по подвеске здесь все жестко. Все тяги у нас везде стоят. Спидометр у нас запечатлен. Номер машины тоже. Все, теперь это будем все дело тестировать. Посмотрим, сколько это все проживет. Вот, установили все комплексно, так чтобы было примерно понятно, что и как ходит. Будем ждать теперь, следить. Это автомобиль наш. Здесь появляется у нас довольно-таки периодично. Теперь за этим делом будем следить. Вот. Еще у нас будет одна машинка такая. На ней установим колодки тормозные на пробу и установим подушки тоже. Хотели установить на эту, но посмотрели, у нас тут по колодкам колодки стоят новые. Ну, то есть 18 миллиметров всего износа. О, этот, 3 миллиметра износа. Так что оставим эти колодки здесь. Здесь стоит Stickstar. Он проверенный, мы на нем ездим. Вот, на следующую машинку уже установим, я так думаю, что пневмобаллоны и непосредственно колодки. Также все засечем пробег. Ну и, соответственно, время. Сегодня какое число у нас? Да, мне подсказывают, что сегодня у нас 12 число, как раз День России. Запомним эту дату. Ну и будем все это дело тестить. Посмотрим, сколько это чего и где у нас проходит. Теститься это будет все
в реальных условиях. Все это наша машинка, рабочая, она постоянно ездит, приезжает к нам на обслуживание. Вот посмотрим, что у нас там по пробегу. Каждый, наверное, 1100 будем снимать, наверное, мини-обзорчик, как это все живет, что происходит. Вот. Я думаю, что как-то так. Посмотрим. Это никакая не рекламная акция. Это чисто наш, так скажем, эксперимент. Вот. Ходовка здесь уже подходила. И после того, как мы съездили на завод, решили попробовать, почему бы и нет. Тем более, дают год гарантии на все. Так что, думаю, проблем у нас с этим не должно быть. Так, ну вот и все, пит-стоп у нас закончится. Машинку мы отправляем. Боите, блоханоги, колен вала, езжать богом. Все установили, все. Да-да. Перекрутить отработки. Все, вот такой получился коротенький видосик. Всем спасибо за внимание. Думаю, что будет интересно тем, кто подписан на наш канал давно. Всем пока. I'll be back. Я вернусь.